Ну, улыбнись хоть. Ну и чё, может, хватит мне? Так, Серега месяц целый почти ничем не занимался. Ну вот что у нас получилось. Обратка у него, не знаю, неправильно стоит. Меня учит, говорит, все правильно. Ну, ступицы я уже показывал в последнем видео, как ставили. Колеса он уже потом поставил. Здесь он дособирал насос, поставил. Здесь и большие поставил, здесь должны быть. Он как втулки, типа, чтобы натяжка лучше была. Здесь должны быть с мелкой резьбой стоять, типа контрагаек. Контрагайки, это где снизу стоят. Ну, он этот. А я посмотрю, да, ему чтобы бесполезно. Да, да, бесполезно ему говорить, он профессионал. Так, центрифугу он перебрал, сеточку поставил. Здесь что? А, ну здесь насос я перебрал. А, пускач воткнул, вот еще что. Лонжерон у него сломан. Я заказал, наверное, в понедельник придет. Поменяем. И вот эти болты очень-очень редкость. Так что пришлось такие взять. Но посмотрим, что получится с этого. Блокировку эту всю он тоже перебрал уже два раза. Этот, как он называется? Не помню, тоже на сцепление заставил его поставить. Был у нас так псевро механизм, как он называется, подсказывает Серега мне. Так что вот такие у нас пока результаты. Ну вот и все. А вон кабина еще, дядь Коля варит. А так скоро в бой. Ну, это, наверное, в октябре, в ноябре, ну так.